что, мы в этот воскресный вечер решили продегустировать новые суши, которые у нас есть, открылись, кстати, в Боярке. Кафе называется Викинадия. Будем сейчас тестить наши обычные суши, которые мы обычно едим. Это Филадельфия, это Черный Дракон, это роллы в икре летучей рыбы. Суши только появились сейчас в Викинадии, и я надеюсь, что они будут прикольные, потому что... В принципе, нужна конкуренция, нужна хорошая конкуренция в плане суши. Будем пробовать, будем сейчас тестировать. Ну что, давай пробовать, наверное. С чего будем начинать? А давай с икрой. Давай с икрой. Смотрим, что у нас за ролл с икрой. Ролл с икрой у нас огурчик. Смотри, кстати, порезан очень неплохо. Нормальное такое, не сильно большое у нас количество риса. И внутри есть тунец. Видно, что тунец, не крашеный, ничего, все хорошо. Ну, маленький, да, немножко? Да. Но маленький. Хотелось бы тунец, больше, да? Тунец. Ну, хотелось бы, наверное, больше, но мы посмотрим на прайс. Я думаю, что тут прайс более чем гуманный, поэтому будем проверять, тестировать. Ну что, пробуем первый? Пробуем первый. Так, немножко в соус. Как ощущения? Неплохо, ты знаешь, неплохо. Хорошо чувствуется начинка, огурчик свеженький, икра великолепна и соус неплохой. Я думаю, что ролл зайдет для абсолютно большинства. Очень-очень-очень-очень достойненько. Очень достойненько. Давай следующий. Давай следующий. Следующий, какой возьмем? Давай, наверное, Филадельфию. Давай. Филадельфия, мне тут немножко не нравится, что у нас немного, не сильно, как бы, такая яркая рыба. С одной стороны, с другой стороны, это говорит о ее натуральности. То есть она не настолько крашеная, а более как бы натуральная рыба. Очень прикольно. Давай возьмем, смотри. Что у нас посерединке тут? Посерединке то же самое. У нас Филадельфия внутри. У нас огурчик и сверху кусочек рыбы. Ну, может быть, рыбы хотелось, наверное, чуть больше, да? Сверху. Ну, а в целом как бы нормально. Попробуем. Так. Слушай, этот еще лучше. Однозначно хорош. Какая-то Филадельфия необычная. Вернее, обычная, но она более какая-то насыщенная. Как будто более свежая. Не знаю, может быть такое, может быть такая ситуация или не может быть, но она реально свежее. Так, это у нас ролл дракон, если я не ошибаюсь, да, у него рыбка сверху, в кунжуте. Так, берем. Как тебе? Соус классный. Мне реально понравился соус. Он, кстати, такой достаточно насыщенный, в меру сладкий, в меру кислый, в меру сонный. Ну вообще, в принципе, соус, если сравнить, где тебе понравился? Ты знаешь, мы сравнивали суши почти во всех, наверное, заведениях, да? И здесь соус, ну, наверное, один из лучших, 100%. То есть один из лучших соусов. Мне сложно сказать, первое или второе. Мы до этого тестировали суши немножко так, уже, может быть, в памяти призабыли, но, тем не менее, как бы он хорош. Он свеж, соус свеженький, очень вкусный, кстати, очень такой достойно. Тает во рту. Хороший вариант. Причем того, что тут еще можно выпить пиво, то я думаю, что в этом есть какой-то смысл. Приветствую, друзья! Наконец-то мы попали в Викинадию, протестируем теперь их новые суши. Они стали тоже делать суши. Вот. Протестируем сначала палочки. Ломаются легко. В принципе, они везде одинаковые, но здесь легко ломаются. Смотри, какая красота. Реально красивые такие, красиво сделаны. Угу. Сейчас смакну. И хотелось бы больше каких-то, может, специй, не знаю. Может быть, больше какого-то соуса, но когда сам варится рис, потому что хочется чего-то еще более интересного. Ты же забыл сказать про имбирь, а я хочу сказать. Да, я забыл сказать про имбирь, но мне кажется, что он везде практически одинаковый. Здесь он мягкий, но не сильно острый. Угу. Вот имбирь, точнее васаби. Васаби тоже не сильно острый, но он такой, как для детей, то есть вообще классно. То есть, можно так сказать, тот, кто не сильно любит острый васаби, ему будет вообще классно. Сейчас протестируем вот этой рыбой. Угу. Они аж так смотрят. Красивая рыба такая. Да, да, да. Сейчас обмакнем.
Ты знаешь, за счет рыбы мне этот вариант больше нравится. Рыба какая-то такая настоящая, свежая, да? Да, мне нет вариант с рыбой очень понравился. И какой дракончик, а? Тут очень такой сладенький соус. Ну, я бы подчеркнул, что в экваторе лично под мой вкус, в экваторе мне соус больше нравится, сам вкус соуса. Там он более, горьковатый. Довольно интересные роллы и рекомендую их здесь поесть. А сейчас хочу выпить колы, запить колой. Видите, как она играет? Мы, собственно, поели суши в Викинаде. Замечательная идея. Поиграли в бильярд, выпили пиво, поели суши. Суши хорошие, вкусные. Я думаю, что их стоит сюда приходить, пробовать. Они здесь новые, здесь молодые ребята делают новые, как бы, новые направления, делают новые суши. Поэтому я думаю, что история будет очень даже неплохая. Я думаю, что в Викинаде можно дать где-то такое третье или там третье место на двоих. Да? У нас есть третье место, я точно помню, что это был экватор. И вот Викинаде это то же самое, может быть, третье место, которое делится с экватором. И, в принципе, с учетом того, что есть тут дополнительный сервис, такой как бильярд, либо еще что-то, можно приходить пробовать.